Герои неба. Иван Леонов, уникальный пилот, герой России. Леонов в юности обучался в аэроклубе. Боевым летчиком стал в 43-м после окончания школы пилотов истребительной авиации. Был сбит в 18-м боевом вылете на истребители, защищая свои бомбардировщики. Ранен, лишился руки. Иван Леонов сумел вернуться за штурвал. За время войны он совершил еще 60 боевых вылетов. Он летал на самолетах связи. Леонов – единственный в мире боевой пилот, воевавший с ампутированной рукой. Иван Антонович с супругой, помимо своих детей, воспитали 5 приемных, родители которых погибли на войне. В 1995 году награжден звездой Героя России. Имя Леонова носят улицы и школы. Сам ветеран сегодня живет в городе Тула. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.